Погоди, погоди, погоди. Я еще такого ни разу не видел. Башня какая-то странная. Вообще, любопытная геометрия. Лобовая броня с наклоном. Следовательно, по идее, снаряд, попадая под углом, должен срабатывать на рикошет. Необыкновенный танк. Ничего подобного в мировом танкостроении, уж поверьте мне, еще нет. Да, далеко шагнули. Далеко. Я потрясен. Михаил Ильич, я прошу вас, примите мое искреннее поздравление. Рано. Впереди еще испытания и заводские государства. Такие невеселые. Случилось что-нибудь? Прошу внимания. Значит так. Вот это мы. А вон там Москва. Что это значит? Необходимо для пробега 1000 километров. Условия? Условия прекрасны. Бездорожье, снег, мороз. Что из этого следует? Из этого следует, что в Москву мы пойдем своим ходом. Как своим ходом? А вот так. А поведет кто? Ты. Я. А что и я? Мы. Ура! Потом в Москве ура крикнешь, если дойдем. Так. Отходим завтра в 4 утра. Танки надо замаскировать, чтобы никто не понял, что это такое. А теперь к делу. Первое горючее. На чем везти? Как? Сколько? Ну, какие будут предложения? Хороший охотник не торопится, зато с удачей возвращается. Ты с ума сошел! Но это не только моя машина, но и твоя! Наша, всего завода! Что я сообщу в наркомат? Я еще главный конструктор, или кто? Надолго ли? Иван, ты что, боишься? Ты понимаешь, что творишь? Вывести за ворота завода секретную технику и гнать ее через всю Россию! Ночами пойдем, полями, проселками. Маскировка будет отменная, сам проверишь. Да за то, что я тебя выпустил за ворота завода, меня обвинят в головотяпстве. Это в лучшем случае. Ты пойми, что в жизни бывают такие ситуации, когда мы не имеем права думать о том, что с нами будет завтра. Ты же знаешь, как нам досталась эта машина. Без утвержденного проекта. На одном энтузиазме. Люди мечтали, люди работали по ночам. Они работали, они понимали. А ты что, не понимаешь? Мы не имеем права ждать. Это не только моя машина, но и твоя. А завтра что? Чем мы Гитлера встретим? Что я Гайвому скажу? За ним Рогозин, вооруженцы, армия. Что ты от меня-то хочешь? Мудрости, Ваня. Мудрости. Мудрости. Угу. Ты же мудрый человек, да. Иван. Надо промолчать. Всего одну ночь до утра. Иногда высшее состоит в том, чтобы промолчать.
Ваш наркомат машиностроения, Александр Николаевич, покоя мне не дает с этим кошкой. Побалуемся-ка чайком. Прошу. Володя мой, мастак по части заварки чая. Молодец. И все-таки, Григорий Иванович, я хочу знать, почему вы запретили показ танка Т-34 в Кремле? А потому и запретил, Александр Николаевич, что в Кремле. Наш наркомат представляет средний танк конструктора Кошкина.